Ну вот, у него была такая небольшая травма, восстановился. Тогда предлагали ему бой с Жикамом, и он сказал, что да. Я хочу сказать, вот по ходу боя, значит, Дмитрий несколько раз, как бы, да, неплохой джеб у Ишиды, но он бьет ее почти от живота, посмотрите. И вот здесь прям вот сам Бог велел атаковать правой прямой, скрывает. Специалисты и все, кто пытались сделать какой-то прогноз, предвосхитить как-то этот бой. О, думаю, что в зале. Ну что же. Да. Неплохо встречает Дмитрий. И... Студиме неудобно. Неудобно, неудобно. Высокого, да, соперника. Даже непривычно. Несколько компонентов. И пику, вот в пику формы к началу боя, к первому раунду. Именно этот удар будет последним. Чаще. Нет, огрызается. Огрызается, безусловно. Браться в этих его атаках, которые он вдруг начинает проводить. Догонять, что ли? Догонять. И тогда уже делать ошибки. Вообще, конечно, пирога тоже стоит не на последнем месте. Потому что... сейчас очень неплохо провел он эту серию. Пытается реваншироваться Ишида. Намечается бой. Вот он правый прямой. С австралийцем Гиллом. Все-таки боксировал этот бой и выиграл его в углу, я говорю про секунданта. Неплохо. Снова попадает Дмитрий. Второй удар. Ишида пытается реваншироваться тут. Замах другой уже. Но снова неплохо. Играючи вот так вот. Неплохо. Два подряд левых прямых со стороны Дмитрия. Сейчас, возможно, мягко перейдет в пятый, а дальше уже будет намного интереснее. Ну вот, неплохо в конце, очень неплохо. Все очень непросто, посмотрите. Бой практически равный, чуть-чуть пирог в каждом раунде. В каждом раунде он на 2-3 удара опережается. Да. Ну вот сейчас. Люди, в общем-то, в том бою безоговорочную такую победу отдали во всех раундах его соперника. На самом деле все было не так. Просто американский ринг, вы знаете... Да, немножко затянулось. 2-3 удара таких явных со стороны пирога все-таки достигают цели. Но пока это, в общем, внешне. Они просто-напросто не проходят. Вот здорово, левый боковой. Я слышу, что же кричат зрители зала. Нужна победа. 9 мая не за горами. Размеренно, четко. Исключив большую долю риска. Исмаил Силах проиграл. Вот он, совсем недавно. Боковой. Бою с Денисом Грачевым. Вы все это прекрасно помните. Одерживал заговор. Он был, даже не был готов. Но снова встречный хороший. Он, сейчас он поймал легкий кураж, и он бежал. Показывает своему сопернику, что все это ему нипочем. Но, не надо пропускать такие удары. Хорошо. Левое плечо соперника, начать крутить соперника и мучить его своими нужны уже мощные тяжелые удары, да, бесспорно. Много говорю об этом, потому что я сам предвкушение, как, наверное, и многие в этом зале, многие у экранных телевизоров. Я почему-то жду от него... Ну вот, есть цель, есть куда метить. Правая бровь. Ишида. Неплохо в защите сейчас отработал. Какой-то план в голове у Ишиды. Вы сами понимаете, что шансов становится все меньше, остается все меньше и меньше. И, конечно, нет, это был толчок. Удара не было. Все делает по-своему, все правильно. Ну, а есть вопросы, вся загадка этого дела.
здорово. Короче, но он достанет. Вот сейчас боксеры стоят совершенно рядом. Да, и он достанет правым. Естественно, болеет за его. Слава, неплохо, по-моему, кульминация. Ну, как грамотно Кэтпин убрал. Вот точно был удар в подбородок, правый прямой. Вот, Кэтпин убрал рассечение. Что время у него осталось уже немного. Он все считает в бою. Недаром начинал свой путь вообще в спорте. Он шахмат. Отлично. Да, еще ты немножко растерян. Но пока безуспешно. Ну, да и силы уже не те, извините-ка. Снова раунд. Прямой левый. Хороший джек в этом бою. Чудом сейчас ушел в сторону. И вниз японец. Пионских раундов, самых сложных. Ну вот, неплохой удар в печь. Судья сделал легкое замечание. Бой продолжается. Так, разошелся что-то японец. Пошел вперед, смотрите-ка. В финале чемпионата России он не поехал, зато у него была он показал себя за сборную Грузии, вы знаете, он говорил об этом. Да. Но там что-то не сложилось. Боксер, который не дает себя ударить, главное для него уйти. Боковые удары доходят до цели слева, теперь прямой, правый. Начинается последняя минута предпоследнего раунда. О, хороший прямой с дальней. Не сильный удар, но очень точно. Но очень точно, да, голова откинулась. Здорово. Неплохой. Ну вот как только больше активных действий и более жестко начинает делать пирог, вот тогда да. У него все получается, и тогда на грани получается. Надо продолжать. Добивать. Дальше. Вот это начало. Шида оказался в нокдауне, все-таки вытерпел. Выстрел, не упал. Нет, я еще раз скажу, вот челюсть у него. Вот сейчас пошел вперед сам, посмотрите. Ну, это попытка. Все будет что-то яркое и неожиданное в этой последней. Ну, вот так и просится правый прямой, ну так и просится. Ну, просится, но Шида же уходит. 30 секунд до конца. Посмотрите, как здорово держит японец. Еще! Есть шанс! Максимум. Концовка, не знаю, друзья, 10 секунд. Бой красивейший, на мой взгляд. Я ничего не могу сказать. Браво! Браво, Дима! В зале.